На часах 19:27. Значит, мы на полчаса раньше, в 19 прислали. Ну, большую воду, конечно, тут не пройдешь. Вот урез. Метра на полтора больше, то есть трехметровый урез и все. Сейчас где-то 1,20 м. Ну, а сейчас проходим этот. Иду к гроту засвидетельствовать свое почтение. Либо причудливое какое-то. Вот этим всем валунам. Лучше под ними не стоять, конечно. Несмотря на всю свою величественность, они очень легко могут килограмм 50-100 спустить сверху, а то и больше. И все. Не надо памятника. Учитывая, что тут старые горы, песчаник. Он достаточно сильно подвержен выветриванию, эрозии. О, кости рыбные. А может даже это птица. Нет, рыба. Итак, идем, смотрим, насколько это было с воды удивительно, насколько обыденно смотрится вблизи. Ну вот этот, по-моему. Сейчас я дойду дальше или все-таки еще чуть ниже. То есть красные скалы причудливые, утесы, загадки. Вот опять кедр нависает, но без орехов. Здесь не сезон. У нас орехи в Комсомольске есть, на кедрах тут нет. Конечно, встретиться можно хоть с кем тут на таком берегу. Именно из зверей, леса запросто. Ну и все остальное тоже. Потому что, ну, имеют слабость некоторые виды животных исследовать приливную полосу. Сейчас, конечно, еще далеко до путины настоящие. Ну, черт их знает, что у них в голове. Так. Ну вот это место, которое было странной пещерой. Такой охренительный. Просто, ну вот сейчас издалека поснимаю, вдруг там правда есть кто-нибудь. Выглядит просто обалденно. Загадочно, страшно. Запах, конечно, тоже. И антураж соответствующий. Я что-то вспомнил 12 стульев про человека, который скала забрался, человек, неизвестно, как он туда попал, да? Просто еще вот покажу. Завтра времени не будет, завтра мы двинемся дальше. Вот опять стекло, водка. То есть забраться, ну вот здесь можно. Для каскадеров все это. Вот эти утесы. Ну и дальше там она идет под берегом, такая вот картина. Реликтовый лес разнообразный. Опять дубы, вот это вот, по-моему, акация, что ли. Елки, пихты, ольха, осина. В общем, все, что можно. Вот, кстати, бревна ближе не нашлось. Попилили, где можно было запастись дровами, даже при наличии бензопилы. Ну, тут кто-то опять то ли культурно проводил досуг, то ли все-таки ее принесло откуда-то, вот эту вот штуку. Ну, ладно. Хотя ее разбило бы, если бы ее принесло. Ну, причуды. И море бутылки носит по несколько тысяч километров отдалеке. Это вообще не расстояние. 100 километров от Комсомольска. Ну, я так... Наблюдаю эту расселину, да, там больше ничего не видно вроде. За поворотом больше ничего нет. Лежит бревно, которое туда прибило. Фонариком хочется подсветить, конечно. Но... Спокойствие. Ну, все, она тупиковая. Да, дух, конечно, тут чувствуется. Загадок уходит вверх куда-то. Ну, вода, видно, пробила. То есть все, остров сокровищ. Вернее, это не остров, а берег, да. Вот череп бы где-нибудь гипсовый найти, положить и все. Или скелет, так не было в цены этому месту. Ну, к сожалению, хорошие идеи не всегда приходят. Либо возможность их осуществить ограничены мы в средствах. А жаль.
Так что Дальний Восток с точки зрения туризма и всякой экзотики абсолютно уникален, абсолютно в любое время удивителен, даже в холодное там. И, как ни странно, близок. Благодаря Ютубу, благодаря вам, мои зрители, благодаря технологиям, которые позволяют эти красоты запечатлеть. Потому что раньше это все, чтобы получить изображение там на ту же фотопленку, даже на черно-белую, нужно было уйму времени потратить. И не всегда оно и получалось. Ну все, иду к друзьям, потому что там уже я сочканул от своей вахты поварской. Ну я вахту матроса нес, поэтому заслужил. Вот, кстати, пример такого хорошего памятника всяким туристам, скатившегося, наверное, не так уж и давно. Вполне возможно, что, ну, хотя по мху, может, он лет 10 пролежал во время землетрясения там или чего-то. Ладно, все, покарабкался я вверх. Всем спасибо, короче, кто видел. Иду к лодке.